Приморском крае проходит операция «Курорт». В период летнего сезона сотрудники полиции проводят мероприятия, которые направлены на повышение уровня безопасности дорожного движения, пресечение фактов незаконного предпринимательства в местах массового отдыха, а также выявление нарушений правил безопасности на пляжных территориях. За летний период полицейскими проведено 526 профилактических мероприятий. Составлено 134 протокола об административных правонарушениях. В ходе рейда выявляются так называемые веревочники, которые самовольно ограждают прибрежные территории и незаконно взимают плату за проезд граждан. Отличить веревочников от добросовестных арендаторов пляжей достаточно просто. Стоит лишь обратить внимание на благоустройство территории. Если в зоне отдыха есть оборудованная парковка, арендатор может взимать плату с автомобилистов. Если автопарковки нет, то и требовать плату за въезд арендатор не имеет права. Также арендатор обязан установить для отдыха теневые навесы, кабинки для переодевания, урны для сбора мусора. Для получения дохода предпринимателям предоставлено право на бесплатное размещение объектов торговли, установку аттракционов, оказание услуг по прокату инвентаря. В этом случае отдыхающие платят только за пользование данными услугами. Гражданам, считающим, что их права нарушены, следует обратиться в отделы полиции города. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на Восьмом.